Здрасте. У нас такое, не сказать неожиданное, на самом деле совершенно ожиданное продолжение прошлой лекции, потому что глупо было надеяться, что такая тема, как средства отладки, уложится в одну. Вот. Ну, она и не уложилась. Мы продолжаем с того места, на котором закончили. Вот. Возможно, я даже успею рассказать немножко еще про то, что было в прошлый раз. Но начнем мы, повторю, с того места, на котором закончили, а именно с утилитки, которая называется S-Trace. Утилитка, которая называется S-Trace, основана вот на какой идее, что отладчик — это, конечно, хорошо, да, работа инструкций с исполнением инструкций процессора с обязательным отлавливанием результатов работы каждой из них — хорошая идея. У этой идеи есть два, не то чтобы недостатка, но две ситуации, когда хочется использовать отладчик, а это не очень удобно. Первая идея состоит в том, что мы, в общем, не знаем, что происходит в нашей программе, и мы хотим посмотреть, что она, ну хорошо, в не нашей программе, в какой-то программе, и мы хотим посмотреть, что она делает. Да? У нас не столько задача найти ошибку в коде, сколько задача найти ошибку в поведении, ну или не ошибку, да, исследовать поведение, посмотреть там, какие системные вызовы она вызывает, в какие файлы ходит, вот это все. Ну, например, с целью узнать, что она ходит не в те файлы, вызывает не те системные вызовы. А вторая задача состоит в том, чтобы, понятное дело, что мы не можем отлаживать то, что происходит внутри системного вызова, да, когда у нас переключаются контексты ядра, мы перепрыгиваем в kernel space, отладчик ядра, конечно же, существует, но понятное дело, что это немножко другого уровня инструмент, и, в общем, наверное, отлаживать то, что происходит в ядре, вот прямо сейчас, в рамках этого курса, нам с вами не придется, скорее всего. Поэтому, с одной стороны, значит, отладчик то, что внутри ядра не делается, не отлаживает, а с другой стороны, как раз вот в этом месте, когда мы передали управление ядру, то бишь вызвали системный вызов, а потом получили обратно результат, было бы неплохо подглядеть, что происходит. При этом, в отличие от ситуации настоящего отладчика, в котором мы используем фичу процессора, ну и, соответственно, поддержку операционной системы этой фичи, чтобы после каждой команды результат обрабатывался. Если мы научим наше ядро, ядро операционной системы, специальным образом обрабатывать вообще факт вызова, системного вызова, извините за тавтологию, то полученный инструмент, он называется ptrace, давайте сходим по ссылочке, давайте сделаем погромче для начала, вот, и сходим по ссылочке, он называется ptrace, да? Это такая штука в ядре, когда вы регистрируете некий трейсер для, соответственно, обращения к ядру, и всякий раз, когда это обращение происходит на уровне операционной системы, не на уровне процессора, да, на уровне операционной системы, вы можете присобачить к этому делу. В тот момент, когда вы обращаетесь к ядру, совершенно прозрачно для вызывающей программы, абсолютно прозрачно, да, можно поглядеть, что происходит. Причем не просто поглядеть, да, подсмотреть, там, допустим, с какими параметрами системный вызов был вызван, да, как часто, ну, в общем, посмотреть. Для этого существует специальный интерфейс. Для того, чтобы задействовать этот интерфейс, там вот в конце есть прекрасная статья на Хабре, свеженькая, кажется, вот это. Сейчас я гляну в нее. Да, вот. Очень свеженькая ковидная статья, вот, которая достаточно хорошо описывает, что происходит, и даже чуть больше описывает, чем то, что мы успеем рассказать за сегодня, потому что, например, тут есть исходный код простейшего трассировщика Piglet Trace, вот, прям совсем-совсем простого, вот он, да еще и хорошенько документированный. В общем, всем рекомендую эту статью, это первая ссылка у нас с лекции. Вот. А я попробую худо-бедно, значит, в еще более упрощенном виде ее пересказать. Итак, мы регистрируем обработчик для системного вызова. Мы этот обработчик обмазываем всякими фичами удобными.
для начала, что в принципе с помощью подобного инструмента можно сделать? Разумеется, не просто трассировать все системные вызовы, но и выводить всякую информацию о них. Ну, например, как я уже говорил, с какими параметрами, какие файлы, если там, скажем, работа с файлами, можно же отследить по дескриптору файла, что это за файл был. Ну, чтобы когда мы читаем, мы говорим, что не дескриптор номер 6, да, а какой-то открытый файл из понятного места. Или сокет. Вот. Можно, разумеется, заставить наш инструмент следить не только за свежезапущенным процессом, но и за подпроцессами, порождаемыми дочерними. Вот. Понятное дело, что если мы будем пытаться смотреть все системные вызовы, которые наша программа вызывает, то мы слегка офигеем. Вообще слегка офигеем – это первое ощущение у человека, который видит вызов S-Trace. Мы сейчас это увидим и тоже слегка офигеем. Но на наше счастье можно задавать достаточно хитрые фильтры, какого типа или какие конкретно системные вызовы мы трейсим, а какие не трейсим. Вот. Туда еще можно добавить всякие вкусности. Ну, например, как я уже говорил, вместо параметра системного вызова, который соответствует открытому файлу, дескриптору, номер дескриптора, вместо номера дескриптора или рядом с номером дескриптора можно еще писать название файла, собственно, из которого он открыт. Это очень облегчает понимание. Вот. Можно, например, сделать трассировку вызовов каждый раз, когда происходит stack trace, syscall, чтобы смотреть, из какого конкретной функции ваш этот syscall вылез. Вот. А еще отдельная совершенно интересная тема – это вброс ошибок. Про вброс ошибок поговорим в конце блока про S-Trace. Вот. Теперь, значит, ответ на вопрос, зачем это вообще нужно. Как ни странно, это нужно довольно часто, то есть, ну, правда, часто. Вот. Потому что далеко не всегда нужно лезть прямо в дебаггер. Значит, самое классическое использование S-Trace, я обленился настолько, что запускаю под S-Trace даже программу на Питоне. И это ситуация, когда вы запускаете программу, она открывает какие-то файлы разнообразные. Разнообразные файлы. И оттуда что-то читает и начитывает оттуда какой-то трэш. Например, она открывает повсюду конфиги, находит какой-то, значит, тайный конфиг, из него читает какие-то тайные команды, и в результате у вас все выглядит очень странно. Да? Ну или просто, например, наоборот, не находит этого конфига, потому что на самом деле она собрана так, что ищет их в другом месте. Ну, в общем, такое дело. Ну, например, вот тоже классика жанра. Старые линуксовые программы, сейчас покажу. Старые линуксовые программы, юниксовые программы, Unix-like, ищут, давайте вот так сделаем, да? Вместо так вот сделаем вот так. Ищут свои конфиги в домашнем каталоге в точке чего-нибудь. Вот. А более свежие, после того, как выяснилось, что в домашнем каталоге от этого получаются сотни конфиг-файлов, обычно ищут не в домашнем каталоге, а в точке конфиги. И выясняется, что это у меня на удаленной машине так, а на этой машине у меня вообще вот так вот, да? Вот это вот текущий каталог, загаженный конфигами, а точка конфиг тоже, в общем, загаженный конфигами. Вы представляете, что было бы, если бы все эти конфигурационные файлы лежали на... Так вот, да? Иногда бывает так, иногда сяк, иногда программа скомпилирована вообще с поддержкой гнома, вместо того, чтобы лезть в конфиги, лезет через дебаз в какие-то еще куда-то. Ну, короче, непонятно, откуда она все это берет. Откуда берутся все эти файлы. И тогда мы запускаем S-Trace, которому говорим ограничиться некоторым набором файлов. Ну, давайте, я тут подготовил немножко примерчиков, давайте их воспроизведем. Самый простой пример был printme, да. Вот такой примерчик, давайте его посмотрим. Ой. Я его несколько раз улучшал, значит, что он делает, да? Значит, супер короткий пример на оси. Он берет что-то, какой-то странный пример. Почему 4? А, потому что он просто 4 раза это делает. Вот. Значит, что он делает? Он берет последний из параметров, которые мы передаем нашей программе, по умолчанию ее имя, да, делает из него копию. Вот.
Не помню, зачем я это сделал. Ну, пускай делает, какая разница. Не помню, правда. Значит, и потом 4 раза в цикле пишет какое-то число. Да? Ну, вот, вот простейшая прога делается вот так вот. Да? Ну, давайте сразу, чтобы не мучиться, сделаем из нее как бы дебаг-инфо в нее всунем. Вот. Ну, вот так она работает, если мы... Да, и там еще рандом вызывается. Вот. Так она работает, если мы передадим один параметр. Вот так она работает, если мы передадим много параметров. Вот этот последний параметр сдупится. Вот ее, давайте эту программу и построим. Ну, только вот так. Во! Значит, я уже обещал, что происходит нечто малочитаемое. Ну, давайте мы сделаем так. Чтобы оно чуть более было читаемым. Минус OO, минус output. В файл O, любимое мое название для временных файлов, O, значит, вот в этом файле O, это, кстати, ее собственный вывод программы, а вот в файле O у нас лежит стрейсовский output, и он внезапно распознается Vim'ом как стрейсовский output и красиво раскрашивается. Зачем я, собственно, это сделал? Вот, так вот, значит, что у нас происходит? Какие системные вызовы были вызваны в течение нашей простейшей программы? Ну, для начала execve, понятное дело, мы запустили out. Вот, дальше он упражнялся с лимитом памяти, видимо, его просто узнавал, определял, где куча лежит. А дальше идет блок по загрузке разделяемых библиотек. Мы же помним, что мы по умолчанию скомпилировали нашу программу динамически, поэтому вот вся вот эта, вот весь вот этот кусочек, вот этот кусочек, он посвящен разделяемым библиотекам. Вот мы поискали LDSO preload, нет такого конфиг файла, окей, нету, значит LD preload не работает. Дальше открыли LDSO кэш, да, дальше что-то из него почитали. Нет, мы его заиммапили. Обратите внимание, вот он открылся. Это третий дескриптор, и этот третий дескриптор, мы его повстатили и заимапили куда-то в память. Туда будут загружены всякие конфиги. Дальше мы открыли libc, прочитали ее в память. Дальше мы, это какой сокет, господи, mmap? Сокет минус первый, значит, это какой-то mmap, тот самый, с специфическими параметрами. Ну, короче, поймапили, закрыли. Закрыли что? Закрыли LDSO кэш. То есть мы прочли все, что хотели. Вот. Что-то потом настроили. Вот. И только вот здесь вот мы начали, собственно, работать. Что мы здесь сделали? Мы проверили stdout зачем-то. Видимо, на какие-то... Что мы... Ну, короче, на всякий случай проверили, можно ли писать на stdout посимвольно. Видимо, можно, да? И дальше с помощью, внимания, системного вызова write, да? Там у нас был printf, но printf, разумеется, превращается в системный вызов write. Мы туда пописали немножко всего. Вот такие дела. Вот такой типичный strays. Обратите внимание, что у этого strays есть некоторые... Ну, он над нами сжалился и слегка уменьшил количество информации, которая по умолчанию выводится. Во-первых, тут встречаются такие эллипсисы, то есть сокращения, чтобы, значит, не выводить нам всю структурку. А это структурка, обратите внимание, да? То есть это fstat на этот самый... на структурку, в которой стат возвращается. И когда он читает вот из файла, тоже, как видите, небольшим объемом это ограничено. Вот. Поэтому, если я запускаю стрейс, я обычно делаю вот так вот. Говорю, пожалуйста, если читаешь, то покажи мне первый килобайт. Показывай, пожалуйста, все заголовки в... И показывай вместо дескрипторов файла их имена. Вот. Так, по крайней мере, во, значит, обратите внимание, минус v привел к тому, что execve у нас показался целиком, да, это все, это, значит, файл, это argv, а это переменное окружение, да, и то же самое привело, то же самое показано про, например, fstat. Fstat придается два параметра, но второй из них это вот такая структурка. Эта структурка нам показана вся. Можно поглядеть, что туда приезжает.
И обратите внимание, везде, где в системных вызовах используется дескриптор файла, да, ключик минус Y нам автоматически приписывает, а что это за файл был. Очень удобно, на самом деле, сразу видно, что откуда читается вот это все. Например, оказывается, вот этот третий дескриптор, я-то думал, что это LDSO кэш, а он его успел закрыть, я не посмотрел. И с этого момента он открыл новый, да, он тоже третий, вы помните, закон сохранения номера дескриптора. И это, оказывается, липси, вот этот липси все читал. Ну, что, в общем, разумно. То есть, вот в этой каше, в этой каше, да, дорогой сокращенец, потом мы еще волгриндом на эту программу посмотрим, и там будет интересно. Так вот, значит, в этой каше ориентироваться можно, верьте мне. Вот, мы вполне могли, например, ограничить только, вот берем там даже минус он, напишем е в рите. Минус Е это значит фильтр. Обратите внимание, что наша прекрасная программа теперь, ну вот, да. Единственное, что у нас перемешался вывод со стандартным выводом, но можно же сделать вот так вот. Что было не так? Перевод строки не туда вывелся. Ну, давайте так сделаем не так. Тогда сделаем вот так. Минус фу. Да? Вот. Ну вот, значит, это стандартный вывод, а вывод трейса пропал в о. Но этот о уже совсем красивый, вот. И милый. Я обещал привести пример использования стрейса для определения того, какие файлы открываются. Вот классический пример — это редактор Vim. Редактор Vim по умолчанию открывает дофига каких-то файлов из дофига каких-то мест. А еще больше файлов он не открывает, ищет их там наличие. И если они там есть, есть, а если нет, нет. Как это сделать? Значит, если мы сделаем просто стрейс Vim, то он будет достаточно огромный. Тысяча 317 строк. Ну, мы задолбаемся. Вот. Поэтому можно, как я уже говорил, можно с помощью ключика минус Е ограничивать список системных вызовов, которые мы вызываем, а можно ограничивать их группами. Там в документации есть еще определены некоторые группы. Если мы скажем, например, минус Е файл, и это будет не системный вызов файла, такого нету, да, а группа системных вызовов, которые работают исключительно с файлами. Ну вот видите, в 3 раза уменьшилось количество, но тем не менее, значит, 411 системных вызовов по работе с файлами. Давайте посмотрим, что это за системный вызов. Ну понятно, значит, пошли загружать библиотечки. Дальше. Программа переведена, имеет локализацию. Поэтому тут есть большой блок по определению локали. Обратите внимание, что очень много пытается открывать файл. Получает EnoEnd. То есть такого файла нету. Да? Вот, кстати, из Linux еще какой-то. Видите? То есть в действительности ищет в разных местах файлы и иногда их находят. Нашел. А иногда получает EnoEnd. Не нашел. И это все была локаль, 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 локаль. Дальше он лезет в терминфо, ну понятно, да? Даже понятно, из какого файла читается компилированное описание нашего Xterm 256 Color. А дальше он начинает конфиг файлы свои читать. И тут просто свистопляска. Вот это все чтение конфиг файлов всевозможных. Из какого места, где находит, где не находит, видите, да? Вот. Такая вот фигня. Нет, это еще не все. Собственно, до самого последнего момента. Во. Значит, вот такой трейс иногда полезно почитать, ну, например, на предмет того, а где... Че? Только так... Форбурджаш у меня, да?
Вот, а, например, где он, в принципе, пытается найти всякие конфиги, да? Во, смотрите, сразу видно, что если мы ищем локальные конфиги в домашнем каталоге, то они ищутся вот в этих каталогах, да? В синтаксе, в фотодетекте, в автор-плагине, в лангмапе, ну, в общем, colors, там, ну, так, и так дальше, и так дальше. Почему я говорю, я даже программу на питоне запускаю под стрессом, потому что если программа огромная, найти все те места, где внезапно все вот это вот начнет хотеться, это задолбаешься. Вот, вот такой типичный использование стресса в реал лайфе, но на самом деле у него есть еще всякие другие использования. Вот в статье, на которой я ссылался на Хабре, есть еще там, ну, например, программа запустилась и висит. Вот что она висит? А висит она потому, что, глядя, ну, вот, даже не буду сам это запускать, просто покажу, где тут у нас примерчик был. А, вот, вот он, совсем короткий пример. Вот программа, которая висит, ну, она тупо, она висит на системном вызове, ну, вернее, на липсичной утилите pause, да, которая, в свою очередь, вызывает системный вызов. Ждет сигнал хоть какого-нибудь, да? Вот если у вас какая-то программа спит на сигнале на каком-то, да, то понять это можно с помощью стрейса вполне легко, вот, собственно, где-то там, вот. Это что касаемо висит. Значит, ну и потом мы же видим, что там есть dump в нашем файле, то есть мы можем посмотреть, что, откуда программа читала. Там есть параметры системных вызовов, мы можем очень быстро узнать, что вместо дескриптора файла внезапно системному вызову приехал 0 или минус 1, или там вместо указателя на память приехал 0, ну, или трэш приехал какой-то непохожий. Ну и дальше уже раздумывать, отлаживать это под отладчиком или там что-то делать, ну, в общем, вот. Ну, это man-based-trace. У него довольно много всяких опций дополнительных. В частности, опция минус F follow forks позволяет вам отслеживать системные вызовы всех дочерних процессов, и даже можно расписать их в разные файлы. У одного, как бы, ну, трейс одного процесса в один файл, по пиду трейс другого в другой, а можно их смешать, иногда так удобнее, иногда сяк. Вот, поэтому я обычно трейс запускаю вот так вот. Вот. Ну, даже не так, а вот так. Минус S1024, минус V, минус Y, минус I еще, по-моему. Что такое минус I, я забыл. Давайте посмотрим. А, значит, в каком месте минус I, это в каком месте программы, по какому адресу программы, собственно, вызов произошел. Чтобы понимать, это из одного и того же места был syscall, например, в цикле, да, или из разных. Но это уже скорее для отладки. Вот. Ну вот минус фу означает вовсе не то, что вы подумали, а минус f от слова fork, минус o output и вывод в файл. Ну вот примерно такая картина. Значит, да. Что еще есть? Есть еще минус k, который делает stack trace. Это, правда, совершенно невообразимый будет объемов вывод. Вот. И вообще, если вы работаете с s-трейсом, привыкайте к тому, что вывод очень большой, вам придется фильтровать из этого вывода то, что вам интересно, а все остальное не читать. Поскольку s-trace штука неинтрузивная, да, то есть вообще в поведении вашей программы не меняется ничего. Вы просто инструктируете ядро, чтобы оно, когда эта программа ходит к ядру, немножко там поинформировало вас о том, что происходит. Да? Поскольку это средство вообще не интрузивное, то ситуация запустил под отладчиком, работает, запустил без отладчика, не работает. В случае стресса наблюдается только в единственном варианте, если у вас наблюдаются какие-то рейсы. То есть, когда от скорости обработки информации зависит, там, какой тред успел первым и там сходил к еще незаполненной памяти. Как-то так. Вот. Такое-то, конечно, бывает. Естественно, с помощью стрейса можно обрабатывать многотредные программы. Ну, пока это же не дебаггер. С помощью дебаггера тоже можно. Просто это не так сложно. Да? С помощью дебаггера довольно забавно переключаться с треда на тред. Да? А с помощью стрейса, ну что, он положил в разные файлы трассу и почитал. Так вот, ситуация неинтрузивности нарушается только тогда, когда время, затраченное на вывод трассировки, позволяет не случиться race condition. Ну тогда извините, сам себе злобный братья.
Вот, последнее, что, две последние, две вещи, которые хочется сказать еще про стресс. Первая вещь состоит в том, что сравнительно недавно в стрессе появилась такая штука, как вброс ошибок. Вот, выглядит это примерно следующим образом. Вот у нас есть наш прекрасный наш... Print.me, который, как мы помним, где тут это было... Стресс использует вызов ptrace. Собственно, это он и есть. Вы, наверное, чуть позже к нам присоединились. Я с этого начал. Вот, смотрите. Вот. Конечно, он использует именно ptrace. Именно поэтому стресс — это такая Linux-only штука. В других операционных системах другие инструменты трассирования ядра, там в FreeBSD какой-нибудь ktrace, в этом самом солярке какой-нибудь dtrace, ну вот это все. Которые даже считаются более удобными инструментами. Но ptrace тоже ничего. Так, куда я полез, на что я отвлекся? Я отвлекся на... на write, да? Вот у нас write вызывается много раз write, да? Значит, напоминаю, что функция printf, а системный вызов, разумеется, write. Вброс ошибок — это такая технология, которая говорит дорогой... нашей запущенной под стрессом программе, что системный вызов, оказывается, совершился с ошибкой. Ну или наоборот, системный вызов, который совершился с ошибкой, оказывается, совершился без ошибки. И программа может продолжать работать. И это нужно для ситуации, когда... Ну, для ситуации отладки, в первую очередь, да? Например, проверить, как наша программа работает, если произошла ошибка. Да? Давайте попробуем. Значит, для этого мы что должны сделать? Сейчас скажу. Фу. Да, вот. Вот. Собственно, это моя... Я готовился вчера к лекции. Значит, что мы делаем? Мы с помощью того же ключа минус Е говорим. Давай, дорогой минус Е. Когда мы третий раз... Только тут fstat, а я хочу не fstat. Stress... минус e fault равняется в рите when равняется 3. Когда я третий раз вызову write, ну хорошо, второй раз вызову write, ты, пожалуйста, вбрось туда ошибку, ну, какую-нибудь. Вот они, смотрите. Первый раз. Отлично сработал write. Второй раз. Еносис, нет такого сискола, а вернул этот сискол нашему врайту. Но мы ничего не обрабатывали, наш printf, мы не обработали работу printf, который должен был вернуть этот самый минус 1. Или 0, я уже не помню. Короче говоря, мы не обработали и тупо начали писать дальше. При этом, поскольку мы не обработали ничего, то совершенно не важно, какую ошибку мы туда заинжектим. Да, мы можем заинжектить ошибку, такого файла нету, но смысл от этого не меняется. А, давайте, чтобы было понятно, какого именно файла нету. Минус Y. Чё? А, не в ту сторону, не там поставил. Минус Y. Вот. И это имеется в виду запись именно в терминал, который мы еще pfstatили перед этим. Да? Вот. Кстати, обратите внимание, что если я сделаю вот так вот, да? Если я сделаю вот так вот, то перенаправление произойдет, да, но... И он, кстати, поймет, что стандартным выводом являлся файл log, понятное дело. Вот эта штука называется вброс ошибок, предназначена для очень многих вещей. В первую очередь, потестировать, как программа будет себя вести в том месте, где мы, в общем, не ожидали, что ошибка будет, а она есть. Это называется хардининг. Вот. Я общался с противниками хардининга. И это странные люди, которым пишешь письмо. Вот вы тут используете... STR-CPY. Ну, то есть, вот STR-CPY.
Не strn цп y, а str цп y. Ребята, ну там даже в мануале написано, не надо так делать. Ограничьте размером ваш str цп y. А мне они отвечают, нет, мы почитали весь код, эта строка не может быть длиннее там 15 символов, поэтому здесь можно использовать str цп y. Ну вот, рисковые ребята, да. Так вот, для того, чтобы такие вещи отлавливать, вы просто запускаете вашу программу, говорите там 100-500 вызов, там такой-то системный вызов, такой-то, а заканчивается с ошибкой. Давайте посмотрим, что получится. Отличный тест. Второе, что я хотел рассказать про strace, и на этом, видимо, закончить, это что история strace нам, в общем, близка. Во-первых, регулярно каждый год strace является... или частенько, я не помню, какие там правила, частенько является ментором в Google Summer of Code. И довольно часто туда попадают студенты с нашего факультета, несколько человек прям явно внесли серьезные улучшения и изменения из выпускников, ну, тогда еще не выпускников факультета, в работу из Strace. Текущий мантейнер Strace Дим Левин, который у нас из нашего сообщества, вот он, это Дима Левин. А, значит, вот это маскот из Strace. Если вы зайдете на Strace Strace, то вы его увидите. Говорят, что маскот из Strace выбран страусом, потому что слово страус похоже на слово Strace, но мне кажется, что по-другому. Мне кажется, другая причина. Мне кажется, я вижу нечто общее между этими людьми. Ну и самое главное, зачем я вообще показал вам маскот, вот, состоит в том, что Виталий, который... Чайковский, который монтирует наши лекции, который занимается монтажом и выкладывает смонтированные лекции на YouTube. И есть автор этого маскота для Strace. Вот. Спасибо Виталию. Такое вот неожиданное пересечение пространств. А, да, собственно, вот он файл с примером. Значит, следующий трюк, который... про который хотелось бы рассказать, это трюк с LD-preload. Ух ты, тут ссылка битая. Ща. Инизер. Это я уже спать хотел. Сейчас поправим ссылку битую. Значит, про LD-preload и LD-library-path я уже говорил в прошлой лекции. Давайте, пока я тут исправляю, я вам напомню. Значит, фишка такая. Во-первых, another. А во-вторых, у него скобочки должны быть. Идея в следующем. В C есть, точнее, в библиотеке C есть, и, соответственно, вокруг нее в инструменте загрузки динамических библиотек в память, в Linux, есть несколько отладочных инструментов, которые позволяют отлаживать библиотеки, трассировать их выполнение, на этом основана команда LDD, мы с вами помним, да, и настраивать некоторые переменные окружения, вот тут написано, которые влияют на алгоритм загрузки динамических библиотек в память. Да, по умолчанию, когда вы запускаете вашу программу, из нее вынимаются зависимости на динамические библиотеки. Дальше происходит поиск этих динамических библиотек в памяти. Мы, кстати, это только что видели, когда смотрели коды Strace. Да? Не в памяти, в файлах. Да? Значит, нам понадобились библиотеки. Мы пошли в LDSO Cache, посмотрели, где у нас бывают такие библиотеки. Нашли их, поставили их в разных местах. Нашли в нужном месте, открыли, загрузили. Но этот механизм можно переопределить. Например, можно переопределить место, где будут искать загружаемый бинарник все эти библиотеки, или даже загрузить в память одну из этих библиотек заранее, чтобы те символы, которые там есть, при попытке динамической компоновки бинарника попали первыми. Соответственно, тем самым мы можем взять и перегрузить то, что делает классическая библиотека, в что-нибудь еще. Например, у нас есть наша прекрасная программа PrintMe, вот она, в которой есть rand. Давайте сделаем так. Давайте, во-первых, используем еще один инструмент, который называется ltrace. Ltrace – это, как можно догадаться, не system trace, а library trace. Ltrace
пользуются вот этими механизмами трассировки для того, чтобы тот момент, когда будет происходить обращение к библиотеке конкретной, посмотреть, какой системный, какой библиотечный вызов происходил. Он не настолько интрузивен, как, не интрузивен, как Ptrace, потому что там приходится перехватывать прям вот непосредственно вызов. Но поскольку он ничего никуда не вносит, то вполне удобная штука. И вот мы в Ltrace видим, что вызывается strdub, библиотечная функция, вызывается rand, библиотечная функция, вызывается printf, библиотечная функция. Обратите внимание, не системный вызов write, да, а функция printf в библиотеке libc. Вот она. Ну, она и здесь, ее можно найти, да. Какой-нибудь objdump минус t .out. Вот, обратите внимание, вот он, этот strdub неудовлетворенный, потому что он лежит в libc, да, вот rand неудовлетворенный, потому что он лежит в libc, где-то printf должен быть еще. А вот printf неудовлетворенный, потому что он лежит в libc. Такие дела. Ltrace говорит, что вот, давайте перегрузим функцию rand. Это очень просто. Fake rand напишем. Да fake я сказал. Int rand. Return. Ну сколько? 42. Самое случайное число среди всех случайных чисел в мире. Тыдыщ. Все. Скомпилируем эту фигню. Скажем компилятору, что у нас будет разделяемая библиотека. Сейчас я, кажется, там надо еще разделяемый код. Но, по-моему, это не обязательно. В смысле, что он по умолчанию все равно включится. Ну, пускай так будет. Fake rand минус O. Ну, fake rand. Со. Чмяк. Что тебе не нравится? А, господи, прости. Два раза ее определил, но все проще. Да, спасибо, спасибо, Павел. Я тормоз. Окей, смотрите. Простейшая штука, в которой... валяется наша, наш rand. Единственное определенное там... Да. Вот. Единственная там определенная штука — это функция rand. И теперь мы делаем так. ld preload равняется... Тут надо указать полный путь. Ща. Ой, нет, мне лень. Я лучше напишу через кавычки. PVD slash, что там, fakerun.so. А дальше запускаем нашу программу, которая выводит случайные числа. Что сейчас произошло? Мы подсунули при запуске нашей программы в память Shared Object, в котором была определена функция rand. Именно эту функцию rand компоновщик нашел, когда компоновал динамически нашу программу. Вот. Именно ее он и вызвал. Обратите внимание на случайные числа. Без них оно работало бы так. Вот. Как вы понимаете, просторы открываются невообразимые. Можно подсовывать чужое время, можно подсовывать чтение из какого-нибудь другого места. Что угодно можно подсовывать. Вот. Для тестирования тоже, то есть это такой неоценимый инструмент для тестирования. Для взлома системы просто идеальный инструмент был бы, если бы в Linux по умолчанию не было бы запрещено манипуляция с LD-флагами в любых случаях, кроме случаев, когда обычный пользователь обычную программу обычно запускает. Да? То есть даже когда там из-под суперпользователя это запрещено, когда программа сетуидная, сетгидная. В общем,
этот удобный инструмент хорошенько обмазан со всех сторон, чтобы им нельзя было воспользоваться, ну, во вред. Вот. Хотя, конечно же, ну, сами видите, как это все происходит. Но этого мало, потому что мы хотим на самом деле сделать так, чтобы настоящий рандом тоже возвращался. Ну, допустим, мы хотим написать программу, которая, библиотечку, которая нам подменивает этот рандом только в том случае, если мы ну, какое-нибудь переменное окружение установим. Давайте, давайте его, значит, точка C. Что-нибудь такого типа, значит, во-первых, getenv. Давайте посмотрим, в какой он библиотеке, в stdlib он лежит. Значит, тогда так, if этот самый getenv от, ну, допустим, norandom, norand. То есть, если такая переменное окружение вообще есть, возвращаем 42. В противном случае мы должны сделать вот так. Проблема состоит в том, что вот этот rand — это тот же самый rand. Это, извините, дурная рекурсия, мы умрем. У нас стек кончится. Нам нужно вызвать настоящий rand. А вот чтобы вызвать настоящий rand, нужно немножко быть знакомым со структурой системных обычных библиотечных вызовов, не так, не самих вызовов, структуры компоновки программ. Значит, нам что нужно? Нам нужно поискать среди загруженных библиотек, а библиотека Libsy у нас загружена, и rand в ней есть, разумеется. Еще одно имя rand, другое. Вот мы нашли первое попавшееся, а нам нужно второе попавшееся, как бы следующее в таблице. И функцию вот эту, следующую в таблице, ее и вызвать. Вот. Тут я воспользуюсь статейкой на этот счет, потому что тут все черным по белому написано. Вот хорошая статейка. Вот этот кусок. Что мы должны сделать? Мы должны, во-первых, сходить к специальной библиотеке libdl, которая умеет занимается загружаемыми файлами. И у нее, этой библиотеки libdl, узнать, а какая будет следующая функция с именем, ну, тут open, но нам нужен не open, а нам нужен rand. Вот. И вот эту новую функцию вызвать. Как это произойдет? Значит, во-первых, мы должны вот эту фигню здесь написать. Значит, вот эта фигня, это, собственно, библиотека libdl. Gnusource означает, что у вас gcc, с помощью gcc собранный исходник, кажется. И у него структура подразумевает, что следующее имя, ну, короче, есть параметр к DLSIM, как найти следующее имя, если у вас гнутый исходник, кажется так. Боюсь соврать, но на самом деле это просто минус один, вот, преобразованный к void звездочку, но неважно. Важно то, что вот этот макро определяется, когда вы включаете gnusource. Ну, окей, давайте так и сделаем. Значит, во-первых, вот сюда. Вот, во-вторых, вот это вот неправильно. Вот, нам что нужно? Нам нужно, во-первых, сходить, давайте посмотрим сюда, сходить к DLSIM и найти у него новую функцию. Какого типа должна быть вот эта переменная? Она должна быть довольно странного типа, она должна быть типа ссылка на функцию типа int от void. Поскольку я не умею такие вещи описывать на C, как это, непосредственно в операторе описания типа, я тогда лучше сделаю typedef, так сделают все на самом деле. Вот если вы подглядите в статью, там тоже будет typedef. Да? Typedef звездочка. Здесь должен быть тип, да? А, нет, сначала тип функции, да, int. Int звездочка. Ну, назовем ее int void, потому что она int void. Void. Вот. Указатель на функцию типа int, у которой void параметры. Собственно, наш рандом ровно такой. Да? Тогда мы здесь напишем что-то типа int void alt rand. Вот.
И прекрасно выдаем return вот этот самый oldRand. Так, надеюсь, я не ошибся. Если ошибся, мы сейчас все это увидим. Так, что мы не нашли? Мы не нашли... RTLD Next. Почему не нашли RTLD Next? Не знаю. А раньше работало. Это я зря. Давайте посмотрим. Что-то мне кажется, что вроде... А! Давайте посмотрим. Да... Может, вы и правы. Вы правы, спасибо. Действительно. Это какой-то слишком волшебный макрос. Я с ним не очень знаком. А главное, там все равно просто тупо минус единицу. Ну, неважно, вы правы. Так. Я еще по ходу сократил немножко время, скомпилировал ее с библиотекой LDL, потому что DLSim оттуда берется. Вот. Что у нас должно произойти? Значит... Что-то мне это не нравится. Почему минус один? Давайте его немножко преобразуем. Таки Amid Frame Pointer нужен, да? Amid Frame Pointer нужен. Иначе оно не заработает. Ну-ка. Да нет же, ну что ж такое-то? Что я делаю не так опять? Так, ну давайте смотреть, что не так. А, open. Молодец, молодец. Зачем я сделал open? Ранд тупой. Так, пробуем убрать Amid Frame Pointer сначала. О, отлично, смотрите. Прямое доказательство того, что все это работает, это вот эта минус единица, которая возвращала результат вызов функции open с неправильными параметрами. А, вот. А еще более прямое доказательство, что если мы сейчас определим библиотеку, переменную окружение NURAND, вот такие дела. Значит, нет, kernel panic нету. Kernel Panic это гораздо сложнее. Вот. Кстати, мне кажется, вот это преобразование не нужно, потому что Void звездочка, он сам преобразуется во все. Давайте. Да. Отлично работает. Шикарно. Вот такие дела. Поскольку из всего, что мы сегодня делали, вот эта штука, единственная задачка на программирование, домашнее задание у нас будет именно на это. Кто сам не преобразуется в C++? Преобразуется. C++ только с именами проблемы, но имена же можно и поправить. Вот это вторая статья, в которой описан этот трюк. В C++ там другие правила, да. Но Void звездочка в C введен ровно для того, чтобы каждый раз его не кастить, потому что, ну, понятное дело, что его надо кастить. Вот. Значит, вот это вторая статья. Я на нее, значит, хотел сослаться всего лишь для того, чтобы показать, что LD Preload работает под MacOS'ю, но по непонятной причине соответствующая функция, соответствующее упражнение в MacOS'е называется вот так. Я, ну, да.
Хорошо. Значит, ддддд. Трейс, это мы уже смотрели. Во, а вот это вот место, которое, до которого мы совсем не дошли в прошлое, а ну мы и тут-то не дошли. Вот эта прекрасная программа, которую я рекомендую пройти еще и под отладчиком, я ее написал путем перебора вот этого дефайна. Значит, в чем фишка? Смотрите. Ну что, вполне нормальная программа. Вызывает функцию env, f, которая ничего не делает, а потом два раза печатает переменную i. Вот. Еще раз. Переменная i равна 20. Мы ее вывозим. Вызываем функцию f. Это локальная переменная. Вызываем функцию f. Снова ее печатаем, она равна 27. Никаких проблем. Ну-ка, давайте посмотрим. Никаких проблем у этой программы на C ни с чем нету. Отличная, хорошая, годная программа на C. Только внезапно локальная переменная i меняет свое значение от вызова функции, которая, вообще говоря, ничего такого не делает. И вот тут начинаются наши с вами проблемы, как программистов на C, по крайней мере, потому что C такой специальный язык программирования, такой специальный макроассемблер, очень удобный, в котором вот что хотите, то и делаете. И в частности, если внимательно посмотреть на этот код, вы увидите, что мы берем адрес нашей локальной переменной g, а значение меняем в каком-то слегка другом месте в памяти. Это место в памяти принадлежит коду нашей программы, поэтому никаких ошибок при этом не возникает от слова совсем. А да. Да как сказать, оптимизируют? Что там оптимизировать? Знаете, когда бывает, отвечаю на вопрос, оптимизируется ли код кусками ассемблера. Особой оптимизации от кусков ассемблера не возникает, за исключением ситуации, когда вам нужно воспользоваться специальными фичами команд ассемблера вот для конкретного процессора, которые очень крутые. Где надо оптимизировать? Ну, например, математические или там какие-то современные функции по обработке мультимедиа, вот это вот все. Понятное дело, что дефолтный компилятор C всего этого не обязан иметь. Но вы лучше посмотрите на эту программу. Эта программа, по идее, вот здесь вот вы полезли в грязными ручонками в стек и там наследили. Ничего не произошло от этого, вот. А ошибка явно есть. Совершенно непонятно, что с этим делать, с этим телепортом. Вот это место обозначает обращение к неправильной памяти. Самый простой способ, конечно, просто тупо скомпилировать ее с ключиком Stack Protector. Я думаю, что в результате у вас получится вот такая вот штука. Примерно такая же штука получится, если вы включите санитизацию адресов, то есть проверку адресов перед тем, как с ними разбираются, но тут все еще хуже. Обратите внимание, что эффект исправления чужой своей памяти в неправильном месте пропал, и при этом ничего хорошего не произошло. То есть вы как бы замазали ошибку. Это очень плохая идея, замазывать ошибку таким способом. Плохая идея. Поэтому sanitize адрес — это такая штука. То есть вы явно допустили ошибку, а вам компилятор ее раздопустил обратно, ничего вам не сказавши. А stack protector — это хорошая штука. Проблема stack protector состоит в том, что он жрет время, он не очень эффективен. Вот. Ну, понятно, почему, да? Значит, вам нужно каждое обращение к соответствующему кусочку, который внезапно попадает в область памяти стека, проверять, это обращение идет к текущему фрейму, к фрейму текущей функции или не туда, да? Значит, для тех, кто совсем не понял вот этой магии,
Да, могу просто сказать, что вот это конкретное место, это запись в память, которая лежит ближе к вершине стека. Стек у нас растет вниз. Вот, поэтому это запись в память, которая лежит ближе к вершине стека, чем вообще вся та область, которая отведена по функции f на локальные переменные. И, скорее всего, поскольку ее только что вызвала функция main, это та область, которая отведена функции main на локальные переменные. Например, переменные и вот со смещением 7 умножить на сколько? На size of at int как раз и лежит переменная i, чего, собственно, я и добился, вызывая функцию телепорт, в смысле, подменяя define телепорта. Вот. Кстати, на ваших машинах, на ваших компиляторах может быть немножко другое значение. Вот. Например, если мы скомпилируем это для 32-разрядного архитектуры, вот, то работать это не будет. Точнее, будет все хуже, да? Там какое-то другое значение, вот можно попробовать выяснить, какое будет правильное значение для этого ха. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как такие вещи вообще отлавливать. Стек-протектор — это хорошо, но если его нет. Если мы скажем вот так вот, то нам, по крайней мере, напишут. Нет, ну, в общем, вот. Дыщ. Стек-протектор — это хорошо, но даже если он есть, в общем, надо еще понять, где. Можно оградить нашу память, воспользоваться технологией, похожей на технологию LD-preload, собственно, это она и будет, и подменить функцию malloc, и вообще функцию malloc, работу со стеком, со всем остальным, подменить ее. Смотрите, если оптимизация, отвечаю сокращенцу, если у вас оптимизация 0, никакого преобразования обычной переменной в регистровую в C не происходит. Для этого есть ключевое слово регистр. Способ передачи всех параметров в ABI для данной архитектуры 64-разрядной фиксирован. То есть мы знаем на самом деле, в каком месте стеки что лежит. То есть, если бы я хорошо знал API x86-64, я бы, не сходя с места, предсказал вот это значение 7. Это не пальцем в небо, да? Это мы погуляли по стеку и нашли то место, где оно там лежит. Вот. Так что особо угадывать не надо. Надо просто понять, в каком месте начинается соответствующий фрейм, в котором он заканчивается. Вот. Мне проще было угадать в том смысле, что я написал цикл, да, что-то типа такого for in secu, там, не знаю, там, от 1, от 10. Ну, вот. Только надо здесь сказать минус d. Чё? Телепорт redefined. А, ну да. Тогда не 10, потому что там 12, да? Там 12. Соответственно, до 20. Вот. И перебрал. Ой, что-то не вижу. А, все. Доллар и. Тюдюх. Вот.
А, например, при попытке куда-то ближе написать, stack smash прям определяется. Почему? Да потому что мы в адрес возврата какую-то хрень записали. В то место, где функция возвращает адрес возврата. В общем, вот такие дела. Отвечаю, потому что есть понятие фрейм. Фрейм — это кадр функции, и у него довольно жесткая структура. То есть stack smash определяется не потому, что мы что-то странное положили в стек, а потому что мы нарушили структуру кадра. В том месте, например, где должен лежать конкретный адрес кадра, вместо адреса кадра лежит какой-то совершенно другой адрес. Оп, значит, это уже умерший попорченный стек. Такие дела. Вот. Хотя, понятное дело, что можно так извратиться, положить какой-то специальный, очень похожий на фреймпоинтер адрес, и тогда логика в этом не разберется. Ну вот, вопрос, как от этого оградиться. Значит, мы уже видели стек протектор. Мы еще к этой проблеме вернемся, потому что как оградить стек не знаю. Но есть довольно простой способ. Я про него только упомянул, а то у нас уже времени слегка нас поджимает. Вот. Этот способ стоит в следующем. Подменить malloc. Ну и вообще подменить те функции, которые занимаются распределением памяти, если у нас проблема именно с молоком, с этот самый, с double free, с вот этим всем. Значит, вот, например, программа, которая, ну типа, давайте мы ее хорошая годная программа. Которая что делает? Заводит нам массив на 10 элементов и расписывает его 11 значениями. Как вы думаете, эта программа заработает или нет? Ну, давайте даже так, мое любимое слово птинф. Это было D. Так, P у нас было маленькое. И вообще называлось почему-то P. Пускай называется P. Так. Ух ты, а так не заработало. Умный какой компилятор. Черт бы его драл. Хорошо. Все сложнее и сложнее сделать ошибки в современном мире, а? Как? Куда мир катится? О! Зря их выводил. Вот. А вот записывал я вполне не зря. То есть смотрите, как нам сказала исполняющая система C, когда я пытался выполнить программу вот с этими двумя строчками, обращение к массиву сверх его размера — это плохая, негодная идея, и там может быть что-нибудь не то лежать. Но обратите внимание, что это можно узнать только в момент, когда я пытаюсь из нее что-то прочесть, по какой причине не знаю. А, может это printf, кстати. Может это printf, вот что. Хо-хо-хо. А давайте проверим. Извините. Это важно. Это, возможно, printf решил, что это неправильный массив. Сейчас посмотрим. Возможно, и нет. Да пи же, господи, прости. Нет, это все-таки какая-то внутренняя структура компилятора дошла до того, что мы ходим мимо памяти. Но не важно. Важно то, что вот в данном случае мы ходим мимо памяти, и никого это не волнует. Плохая идея. Было бы очень хорошо. Может быть и так, кстати, вполне возможно. Я куда-то вписал в какое-то место в куче, где что-то не то лежит. Да? Самое главное, что
Самое главное, что можно. Павел, вы совершенно правы. Главное, что это наведенная ошибка, да? Ошибка произошла не там. Вы хотите, чтобы флаж был, да? Вы вот этого хотите. Ну, во-первых, STDR, да? Блин. Вот так вот сделать. Все еще интереснее. Все еще интереснее. Ну, то есть, вот ошибка то есть, то нет. Такая очень типичная картина на C. Только что все не работало. А теперь работает. Да? Вот что не так? А она там есть, эта ошибка. Так вот, можно очень просто сделать. Можно написать библиотеку, подменить malloc, который будет строго следить за тем, как каждый раз, когда вы туда ходите, и выделять память таким образом. Понятное дело, неэффективно. Не буду ставить минус 3, потому что это совершенно непонятно, какой код при этом генерируется. Распределять память таким образом, чтобы выход за границы массива, например, автоматически приводил к обращению к несуществующей памяти. То есть заказывать себе кусочек и обмазывать этот кусочек пустым местом, запрещенным. Заказывать еще кусочек и еще обмазывать. То есть каждый молок будет жрать больше памяти, потому что он будет молочиться, потом будет какой-то пропуск. Обращение к этому пропуску будет вызывать просто тупо сигфолд, а потом следующий молок. И вот вместо обычного молока будет так это все работать. В результате любое обращение мимо жестких границ нашего массива приведет к сигфолду. Есть такой проект Electric Fence, он, правда, очень старый. Вот, и порожденный от него проект Дума, не знаю, есть ли он в других дистрибутивах, в Вольте он есть, который состоит, собственно, из... Так, нам пора к Волгринду переходить, черт. Который, собственно, состоит из подгружаемой библиотеки, вы можете с ней скомпилиться, а можете ее просто за LD прилодить. Вот. Управляется всякими, значит, который, собственно, переопределяет вот такие функции. Malloc, free, calloc, valloc, memalign. Вот. А дальше вы с помощью разнообразных переменных окружений управляете поведением этих перегруженных функций. И если мы, например, сделаем вот так вот, по-моему, вот это надо говорить, LD preload вот эту фигню, то мы получим sigfault ровно в момент, ну, в правильный, короче, момент. Вот. То есть нормальная программа отработает, а программа запущена под огородами засигфолтится, причем в правильном месте. Тут уже можно подключать дебаггер. Можно говорить: дорогой дебаггер, залдеприлось мне вот эту думу и посмотри, где она упадает. И он упадет прямо в правильном месте, вот в точности там, где нам надо. Так, у нас осталось 10 минут на Волгринд. Это не очень хорошо, но с другой стороны, Волгринд довольно сложный инструмент. Изучать его глубоко можно, ну, в течение целого семестра, и мы этого делать не будем. Значит, что такое Волгринд? Волгринд — это такая универсальная таблетка. Ее универсальность... Мы платим за эту универсальность очень низкой эффективностью, которая представляет собой полный эмулятор вашего процессора, в том числе памяти. То есть ваша программа выполняется, и одновременно с этим она выполняется на специальной виртуальной машине, которая все команды, связанные с работой с памятью, еще отдельно
проигрывает. Записывает туда значения, меняет их. Ну, короче говоря, все, что вы делаете на вашей программе, выполняется в виртуальной машине. И, разумеется, поскольку оно выполняется в виртуальной машине, полностью виртуализированной, любое хождение к памяти, любая запись, любое чтение, все это может быть проверено. И что еще более важно, любое выделение памяти и потом ее неосвобождение может быть проверено тоже. Соответственно, вот у нас есть наш printme, да? Даже он, казалось бы, такой невинный, содержит одну ошибку. Эта ошибка состоит в том, что функция strdump заводит новую память. То есть требуется free после нее. Вот. Этого не видит никто. Я думаю, что огороды тоже не найдут этого. Да? Хотя вот тут вот есть вот такая вот штука. Что-то в этом есть, да? Но все равно, значит, никто не найдет. Отладчик не найдет. Вообще никто не найдет, что вы забыли сделать free. А вы забыли, у вас где-то там висит в бэкграунде. Вот, поэтому... даже, по-моему, Valgrin по умолчанию не найдет. Вот какие-то 8 байт в одном блоке не были освобождены при выходе, на самом деле. Вот это уже написано. Если мы ему скажем, проверить все, то он нам даже напишет про это. О! Вот! В менее подробном варианте он говорит: так, ребята, у вас в хипе осталось 8 байтов, которые вы не пофрили. А вот в более серьезном варианте он напишет: ребята, у вас полностью пропали вот эти 8 байтов, потому что вы их застердупили. А стердуп вызвал малок. Пофрить не пофрили. Даже написано, в каком месте вы это сделали. В 9-й строчке вашей программы на C. Вот. Спасибо debug.info за то, что Valgrin к нему смог сходить. Вот. Там есть еще один пример. У нас есть еще 5 минут. Наверное, можно будет про него... Ну, кстати, вот этот огород он тоже, я думаю, поймет. Ну-ка. Это называлось ща. Вот. Да? Ну давайте только debug.info ему засунем. Да, этот огород он тоже понял. А, нет, извините, ничего он не понял. Мы его не пофрили. Сейчас давайте пофрим. И все, думаю. И Valgrin нам не поможет. Сейчас расскажу. Значит, давайте мы пофрим. Нет, все равно ему что-то не нравится. А, он говорит invalid, смотрите. Он говорит invalid read, то есть... Он говорит, мы не будем, мы ходим к какому-то неправильному месту. Во! Valgrin такие вещи поймет, потому что он знает, что этот блок занимал 40 байтов, а мы ходим к 44-му. Так что вот. Ну, собственно, поступает он точно так же, как мы с вами поступали в библиотеке Дума. Он приплейсил малок, и этот новый малок, который определяет, к какому, собственно, к блоку какого размера мы на самом деле ходим, он запомнил, что блок был размером 40, и когда мы пошли к нему, к 44-му байту, он сказал: ребята, вы не туда пошли, там ничего нет. Такие дела, спасибо Valgrin. Отвечаю на вопрос сокращенца про Valgrin и GTK. Значит, есть такие древние, или по крайней мере с очень большой историей библиотеки, вот упомянутые
сокращенцем GTK, написанный на C, и SDL, написанный на C++, у которых, в принципе, довольно модно в программе ресурсы заказывать, а потом их не фрить. Ну, например, ваша программа рисует 10 кнопок. Для этого нужно вызывать malloc, потому что кнопка – это такая хитрая структура, значит, на C. Потому что это GTK. Зачем фрить эту память перед выходом из мейна? Ну, вроде как незачем. Ну, поэтому мы фрить не будем. Точно так же, как я ни в одной из этих программ не фрил тот буфер, который я в мейне заводил. Почему это хорошо? Да не почему. Фрить надо все, что вы молочили. Кто молочит, тот и фрит. Это вот жесткая заповедь. Да? Выделил память, освободи. Иначе будет плохо. Почему не фрить, не освобождать память, выделенную лично вами один раз под одну единственную цель? Почему не освобождать ее? Это плохой тон. Потому что это сегодня вы ее выделили один раз под одну единственную цель, а потом взяли, обернули эту функцию и вызвали это 100-500 раз. Ну, потому что времена изменились, вы же разрабатываете свое приложение. Вот обернули ее функцию и вызвали 100-500 раз. И у вас получается 100-500 неосвобожденных кусков памяти, из которых, возможно, 100-499 еще и потерянные. О чем вам расскажет Valgrind? Давайте посмотрим, как он это делает, и на этом закончим лекцию. Значит, где-то у меня тут был Valgrind-овский пример. Нет, не он. А, лик, конечно. Очень простой пример. Я просто не это самое, даже не заморачиваюсь. Вот, значит, у нас есть аккуратно определенная константа. Вот у нас есть argc, argv. Вот у нас есть массив p, который мы молочим на 20 элементов. Вот мы туда копируем не более чем 20 элементов от очередного argv. Все хорошо, кроме одного. Понятно, кроме чего. Как только мы делаем следующий молок, вот здесь вот, предыдущий замолоченный буфер оказывается в нигде. Мы его не пофрили, и у нас ссылок на него больше нет. Плохой, негодный код. Как это выглядит? Давайте попробуем. CC, надо, кстати, алиас написать. Только не CC, а C0 какой-нибудь. О! Все хорошо. Отличная программа. Давайте ее повалгриндим. Опять же, просто Valgrind говорит, что у вас что-то там такое, вот такое, не такое. А вот если ему сказать «проверь все», он говорит, что целый блок памяти у вас полностью потерян. Почему один блок, а не сколько там, не 5? Да? А, один, потому что, извините. Вот, смотрите. Да? Значит, у нас 5 стерцпы-игреков вышло. Да? Мы 5 раз молочили всю эту ерунду. И у нас 5 блоков памяти оказались непофритыми, потому что мы затерли единственную ссылку на единственный указатель на это место в памяти и поверх него сделали новый malloc. Вот. Вот типичный memory leak, когда количество неосвобожденной памяти увеличивается в процессе работы. Вот. Я небольшой спец по профилированию GTK. Вот. Отвечая на вопрос сокращенца. Самое неприятное в этом всем, что вы никогда до конца не знаете вот это вот количество зажратых GTK блоков памяти, оно константное или оно может со временем течь. Вот. И для этого нужен как раз Valgrind, чтобы
потестить, не произошла ли, ну нет ли там какой-то линейности. Вот. Но в принципе вы можете просто этот кусок игнорировать. Волгринт настраивается, и вы можете сказать, что вот такие-то и такие-то места, как бы, ну, так случилось. Чтобы закончить с Волгриндом, во-первых, обязательно сходите, почитайте статью Алекса Отта на эту тему, потому что она, в общем, все точки расставляет такие главные, знаковые. Вот. И вообще посмотрите, что с помощью Волгринда можно делать. А я просто доскажу описательную часть. Помимо того, что Волгринд умеет отслеживать ошибки в памяти, сейчас дайте найду, что он еще умеет. А также хождение в стек, хождение в кучу, понятное дело, потому что там тоже как бы это все эмулируется. Волгринд, наверное, стоит открыть статью оттовскую. Вот. Волгринд еще умеет. Вот мемчек — это то, что, чем мы с вами пользуемся, проверять память. Кэшгринд профилирует использование кэша процессора. Помним, что Волгринд — это полный эмулятор. И стало быть, он вполне может эмулировать кэш. И если вы, например, так оптимизируете свою программу, чтобы, как это называется, горячая зона, то есть зона постоянно используемых данных, полностью помещалась в L1, да, то кэшгринд вам в помощь. Колгринд – это статистика по вызову функций, и сколько они сожрали памяти и времени. Массив – это штука по тому, какие объекты, какие функции, какие символы у вас жрут сколько памяти, вот, разные, то есть профилирование не по быстродействию, а по зажиранию памяти. И хельгринд, не зря тут слово хель встречается, это для тредов. Это ошибки синхронизации между тредами. Ничем этим в жизни я больше там 2-3 раз никогда не пользовался, то есть я потыкал в это, но поскольку я не являюсь ежедневным профессиональным разработчиком на C, то эти инструменты, я про них только знаю, поэтому ничего такого рассказывать сознанием дела не буду. Вот. Обратите внимание, что куча всякой настройки у этой виртуальной машины, куча всяких дополнительных опций. Вот. Кто заинтересовался, можете еще почитать вот эту статью Losing Your Memory, смешную. Ну, в общем, ссылок много. Так. В общем, какие-нибудь вопросы, если есть, задавайте их скорее. В домашнем задании, поскольку единственное, что практически можно сделать, это написать аналог нашего LD-прелодера, который мы сегодня сделали. Вот. Так что домашним заданием будет написание врапера вокруг какой-нибудь функции, я еще не придумал вокруг какой. Ну, разумеется, оформить это как нормальный проект с тестами, чтобы можно было, значит, сказать make test, и у вас бы тесты прошли. Вот. Значит, ну и разумеется, для самостоятельного изучения потыкать в Волгринд как в инструмент отладки памяти, потыкать в Strace как инструмент трассировки. Человеку, видите, зашло и самому интересно. Ну все, тогда, значит, разумеется, практика решает. Вот домашнее задание — потыкать в Strace, потыкать в Волгринд. И я доформулирую, сделаю какую-нибудь задачку на LD-прелод. И, в общем, до следующих встреч, как обычно, до встреч в эфире. Вот это все.